Привет, друзья! Вопрос такой, эффективны ли средства с гиалуроновой кислотой или косметика с гиалуроновой кислотой? Ну, конечно, эффективна косметика с гиалуроновой кислотой. А гиалуроновая кислота – это низкомолекулярное, надеюсь, ваш товаропроизводитель сделал ее низкомолекулярное вещество, которое проникает через весь условно мертвый слой кожи под названием эпидермис, проникает через базальную мембрану и, наконец, доходит до дермы. Каждая молекула гиалуроновой кислоты на себя привлекает 500 молекул воды и удерживает. Соответственно, это делает вашу дерму пышной. Что такое дерма? Это святая святых кожа. В дерме живут те клеточки, которые тоже умеют делать гиалуроновую кислоту, ваш коллаген, ваш эластин и так далее. Все очень круто, но это не о молодости. Это может быть о состоянии кожи, вот, чтобы она чуть-чуть лучше выглядела. Но никогда морщины не уберутся, никогда провисы не уберутся, и никогда не уберутся те вещи, на которые мы обращаем внимание, например, касаемые осанки, которые дают нам дополнительные годы и годы возраста. Соответственно, я смотрю на эти процессы, возрастные процессы лица, глубже. Мы все начинаем с осанки, мы начинаем работу с мышечным слоем лица, не трогаем ни в чем невиновную кожу, а работаем с истинным виновником возрастных процессов, а это мимические мышцы, которые застряли в состоянии удивления или в состоянии недовольства, или еще в каком-то состоянии. Это ваша ключевая эмоция, которая застряла на вашем лице и, соответственно, добавляет возраста. Если мы, точнее, когда мы поборемся с этим основным возрастным процессом, укорочением мимических мышц, вернем им длину, влагонасыщенность, питание, кислородная обеспеченность, вот тогда и кожа, она разляжется на этой ровной, красивой мышце, как пантера, только что покушавшая под приятным солнышком. И тогда, ну, вы забудете, что такое морщина, что такое залом, что такое провис. Вот я о чем. Поэтому, если вы склонны думать глубже немножечко, чем дерма, глубже немножко, чем гиалуроновая кислота, просто добавляйтесь в проект «Ухоженная женщина». Давайте начнем вместе с вами работу с самым ценным. Самое ценное – это то, что в глубине нашего лица. Пройдите этот путь вместе со мной, с доктором. Работайте глубоко, думайте еще глубже. До встречи в проекте.